Региональное отделение партии «Единая Россия» избрало секретаря. Андрей Никитин избавился от приставки «исполняющий полномочия». Такое решение принято на областной конференции. Кандидатом на должность был губернатор области, он же исполняющий полномочия секретаря Андрей Никитин. В качестве альтернативного соперника выступил глава Крестицкого района Сергей Яковлев. Итог тайного голосования 55-2 в пользу Никитина. Он поблагодарил однопартийцев за доверие, подвел итоги выборной кампании 2020 года, а также коснулся реализации региональных партийных проектов и формирования бюджета. И прошу сегодня с трибуны партийной конференции наших депутатов, представители партии большинства, как на муниципальном, так и региональном уровне, при формировании бюджетов во главу угла ставить их социальный характер. Поручаю направить все имеющиеся силы и средства на финансирование образования, медицины, развитие физкультуры и спорта, а также на решение вопросов оборота коммунально-бытовых отходов, то есть оборудование наших поселений контейнерными площадками и другой инфраструктурой. Член Президиума Генерального Совета партии Андрей Кутепов отметил, что в следующем году избирателям предстоит определить депутатов Новгородской областной думы нового созыва. Достигнутое укрепление позиции «Единой России» в органах местного самоуправления Новгородской области – это важный задел в начале большого политического цикла. Также в ходе конференции произошли серьезные изменения в составе Политсовета регионального отделения и его президиума. Из знаковых фигур в Политсовет теперь входят ИО ректора НовГУ Юрий Боровиков, глава Старорусского района Александр Разбаум, политтехнолог Алексей Громский.